Мало праздников прекрасных, каждый наступает в свой черед, но на свете самый добрый праздник, самый лучший праздник – Новый год. Он приходит снежной дорогой, закружив снежный хоровод, красотой таинственной и строгой наполняет сердце Новый год. С Новым годом вас, с новым счастьем, мы желаем вам много всего, чтоб ни тучки в судьбе, ни ненастья не смогли вам испортить жизнь. С Новым годом вас поздравляем, счастья в жизни вам желаем, чтобы прожить вам этот год без тревог и без забот. Здоровья вам, исполнение всех ваших желаний, и открывает наш концерт Саша Судакова с песней «Елка современная». Встречайте! Большая радость у нас в этом году. Наше Севастьяновское поселение по летней работе заняло первое место. Это, конечно же, заслуга и администрации, и школы в лице директора Шевцовой Анны Васильевны, и детского сада в лице директора Татьяны Буденковой, Евангелического лютеранского прихода Севастьянова Каутова, Севастьяновской библиотеки, ну и, конечно же, всех работников Дома культуры. Видите, у нас здесь разнообразная работа. Мероприятия проводились каждый день. Тематика мероприятий была самая разнообразная.
и конкурсные, и игровые программы, и викторины. Это здесь даже у нас мастер-класс приезжал с Тодоса. Вот этот в зеленом костюмчике. Это бывший муж Аллы Духовой. Представьте, как нам повезло. Эхо Зорница Екатерина Евгеньевна проводила. Продолжаете смотреть, а у нас музыкальное поздравление на большом воздушном шаре. Для вас поет группа «Ева». Thank you.
Yeah.
Сидюлька. На Андрея похож. Нет? Где Андрей? На Андрея похож. Извини, Андрей. Андрей, прости. Андрюшка. И мне очень приятно, что от нашего поселения принимало участие аж 3 человека. Да. А других либо вообще не принимали участие, либо по одному. А от нашего фестиваля принимало участие Светлана Вальс.
Шумана нет. Да?